Есть что сказать напоследок? Дело у нас к тебе. Только зачем стоять под дождем? Пойдем ко мне, там и поговорим. Ну так в чем дело? Ты видел пригорок за деревней? Веками на нем ничего не было. И вот однажды просыпаемся, а там башня. Ну и сразу начал оттуда молниями шарашить, будто сам Навельфар приплыл, и до сих пор не перестало. Надо что-то сделать с этой грозой, а то с такими волнами ни на лов, ни в поход не выйдешь. Ладно, я посмотрю, что это за башня. Пусть ведет тебя Хеймдаль. Портал закрылся. Снаружи башни казалось меньше. Обнаружен нарушитель. Прекратите вторжение. Прошу немедленно выйти. Попытка остановить вторжение не удалась. Приступаю к нейтрализации нарушителя. Thank you.
туда! Пожалуйста! Кажется, они тоже встретили голема. Сюда! Я здесь! Подойди сюда! Пожалуйста! Наконец, хоть кто-то мне поможет. И не кто-то, а сам знаменитый ведьмак. Слава богам. Повезло мне, что ты оказался в Кобере. Тебя прислал король Танкред или общество магов? И не те, и не другие. И мы не в Кобере, а на Скеллиге. Меня наняли местные, потому что твоя башня устроила шторм на их острове. На Скеллиге? То есть мы телепортировались? О, все еще хуже, чем я думал. Кажется, я не очень понимаю. О! В башне установлен дефенсивный регулятор магии. Чего? Это нечто вроде охранной системы. Она гарантирует, что башней сможет пользоваться только ее владелец. Обнаружив нарушителя, она закрывает все помещения и оказывает в доступе. Поскольку никто из нас владельцем башни не является, на меня напал голем, а ты торчишь за решеткой. Можно как-нибудь избежать дальнейших развлечений? Нужно выключить дефенсивный регулятор магии. Прежний владелец башни написал трактат о снятии подобных блокад. Глобальное размыкание Готфрида. Его копия наверняка должна быть где-то в башне. Принеси мне ее, и я попробую взломать защиту. Отправить тебя домой и перенести башню обратно в Ховер. Ладно, пора отсюда выбираться и отправлять башню домой. Есть мысли, где искать этот трактат? Логично начать с библиотеки. Думаю, ключ от нее где-то в лаборатории. А это где? Как войдешь в комнату напротив, лаборатория будет слева, а библиотека прямо. Только помни, ты здесь незваный гость. Башня наверняка попытается тебе помешать. Посмотрим, кто кому помешает. Я наложу заклятие и попробую снять. Азраил и Фран Адвиглет. Нарушитель в башне. Начинаю затопление коридора. Монстры выпущены.
разорван на куски. Секции гемантических линий. Нет, не то. Алхимия в практических упражнениях, том 3. Не подходит. Алхимия в практических упражнениях, том 3. Не подходит. Семейные династии чернокнижников Ковера. Глобальное отмыкание Готфрида. Есть. Похоже, он задохнулся. Башня собралась отравить меня газом. Целостность коллекции нарушена. Ты нашел книгу? Она? Точно. Отодвинься немного. Я попробую отключить барьер. Асваил и Фен Адвиглет. Камера изолятора открыта.
угрожающие признаки свободы. Ну, наконец-то! С виду все было просто. Самое трудное впереди. Нужно проникнуть в сердце башни и наложить деактивирующее заклятие. Башня наверняка сделает все, чтобы нас задержать. Веди. Пойдем в главный зал. Надо снять защиту. Дефенсивный регулятор магии может что-нибудь устроить. Осторожней. Асваил и Фран Адвиглет. Обнаружим нарушитель. Дефенсивный регулятор магии в опасности. Система контроля под угрозой. Необходимо немедленное воздействие. Из трактата Готфрида подействовала. Все кончено. Если бы не ты, я бы, наверное, до сих пор сидел за решеткой. Прими эту безделушку в знак моей благодарности. Спасибо, хотя мог бы просто успокоить шторм и забрать отсюда башню. Сейчас все будет. Если вдруг окажешься в повере, заглядывай в Понтварис. Абураги! Баррахер! Погоди, что ты делаешь? Хотел выйти через дверь. Ты живой? И целый? Целый, только мокрый. А меня научишь летать? Как-нибудь в другой раз. В жизни таких чудес не видал. Сверкнуло, грохнуло. В один миг башня исчезла, и ты с неба свалился. Ну и шторм как рукой снял. Говорил я, что надо нанять ведьмака. Вот уж мастер так мастер. А за мастерскую работу полагается плата. Спасибо, но вам деньги больше пригодятся. Мало того, что мастер каких мало, так еще и благородный. Инга! Ну чего? Чародей, который жил в башне, тоже хотел отсюда убраться.
и он щедро отблагодарил меня за помощь. Что ж, раз так, нам ничего другого не остается, как только спасибо сказать. Если когда-нибудь окажешься в наших краях, заглядывай. Мы всегда будем тебе рады. Спасибо, будьте здоровы. Погоди, ведьмак, ты брата моего не нашел? Хурни его зовут. Он пошел в башню с друидом и другими ребятами. Я нашел их. Очень жаль, но все они мертвые. Говорил я ему, чтобы он туда не ходил. Так ему славы захотелось. Иди домой, Ньяль. Чего тут стоять? Бывай, ведьмак. Еще раз спасибо за помощь.